Итак, здравствуйте. Продолжаем снимать обзоры на напитки и спортивное питание. И вновь у нас рубрика соусы, итальянские соусы. Вот такой вот интересный у нас соус вам представлен. Значит, томатный соус с базиликом. Давайте разбираться по порядку. Значит, баночка у нас 320 грамм. Была куплена по цене 325 рублей в магазине Перекресток. В магазине Перекресток в Москве. Вот, значит, нормальная цена по нынешнему, скажем так, по нынешнему рынку, да. А вот, давайте разбираться, что она себя представляет. Так, значит, изготовитель у нас Италия, состав у нас входит, томатная мякоть, вот, оливковое масло, лук, сельдерей, морковь, чеснок, ну вот как-то вот так. На 100 грамм продукта у нас 35 килокалорий, значит 5,5 грамм углеводов и 1,3 грамм белка. Вот. Ну, по концентрации видно, как она выглядит, такая вот не сильно густая. Вот. Видно у нас кусочки томатов, базилик. Вот. Ну что, будем пробовать, поехали. Ну что, ребята, настало время открывать. Какой аромат базилика. Ну что, погнали готовить, не терпится. Итак, ребята, приготовились. Запах очень приятный, пахнет базиликом. Давайте пробовать. Очень не терпится. Небольшая кислинка от томатов классическая. И отличный базилик. О, да. Ребята, это очень вкусно. Хороший соус. Хороший соус, хорошие ингредиенты и сбалансированная пища. Ребята, идет просто отлично. Очень хороший соус. Не сказать, что он выдающийся, но это, знаете, твердая такая четверочка, 4,5 балла из 5, прям уверенная. Вкусно. Все мне нравится. Состав, аромат и вкус. Добавить нечего. В принципе, я готов даже сделать вывод. Вот. Данный соус получает твердую 4 из 5. Вот. Прям очень хороший, вкусный соус, ароматный. Да, он не выдающийся, не вау. И сравнивать, например, с тем же Джейми Оливером или с Мутти. Однако очень неплохой. Мне понравился, я рекомендую, берите, не пожалеете. Тоже 4, даже 4,5 балла из 5. Вот. Отличный соус, можно есть просто с пастой, можно с ним готовить. Различные блюда, да, ту же пасту тоже можно готовить, ее добавлять, ту же рагу, например, и прочее, много вариантов, в общем, отлично, денег своих стоит, берите, не пожалеете. Ну, на этом все, спасибо за внимание, до новых встреч, увидимся, пока.